Приветствую вас во второй части по вязанию кофточки. Итак, мы с вами связали кокеточку в первой части, и во второй части мы с вами продолжаем вязать нашу нижнюю часть кофточки, то есть вот такую вот клешеную юбочку. Смотрите, для начала нам нужно связать 8 рядочков серым цветом, то есть мы так и продолжаем вязать лицевой гладью, как вязали до оформления конца кокетки. А где у нас была планочка, вот здесь вот для петелек и пуговичек, то мы так и продолжаем вязать по 5 лицевых петелек с одной стороны до кромочной и с другой стороны после кромочной. И провязав 8 рядочков, в 9 ряду серого цвета мы должны будем уже начинать делать как бы такое вот расширение нашей юбочки. Поэтому сейчас для удобства я отметила булавочки, можете так вот не отмечать, я просто вам буду говорить, какое количество петелек я буду провязывать от одной звездочки расширения до другой. То есть я просто для себя поделила, чтобы не сбиться. Вот, хотите, конечно же, по желанию тоже можете отметить. Я поставила булавочку через 7, здесь вот петелек, между 7 и 8 петелькой после планки. То есть планочку не считаем, а именно лицевую гладь. Дальше через 18 и еще раз через 18. Затем с другой стороны точно так же между 7 и 8, через 18 и через 18. То есть у нас всего будет 6 звездочек с расширениями. 1, 2, 3 с одной стороны. По центру со спинки я не делаю, а продолжаю делать расширение с другой стороны. Аналогично, скажем так, в зеркальном отображении на второй стороне. В 9 ряду кромочную снимаем, дальше, как всегда, вяжем петли планки. Это у нас 5 лицевых петель. Так и вяжем 5 лицевых. Дальше нам нужно связать первых 6 лицевых петель лицевой глади, так же, как и вязали лицевыми петельками. Первая лицевая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Дальше у вас идет седьмая петля. Разделительная у меня здесь вот булавочка, дальше 8 и 9 петля. Вот следующие 3 петли, то есть 6 связали, дальше 7, 8 и 9. Вяжем из них, из этих 3 петелек, 3 петли. То есть из 3 3 делаем звездочку. Но перед звездочкой нам нужно сделать накид. Накид, как мы делали с вами вот здесь вот при вывязывании нашей регланной линии расширения. Сделали накид, дальше захватываем 3 петли за дальние стеночки, вяжем сквозь 3 петли одну лицевую, как бы вы делали убавление. Дальше, не снимая петельку, делаем накид и вяжем вторую лицевую отсюда же, с этих 3 петелек за дальнюю стеночку. И снимаем полностью петли со спицы. У нас получился накид и 3 петли из 3. Дальше снова делаем накид. Теперь нам нужно связать лицевые петли до следующей булавочки. Я вам скажу, сейчас буду вязать лицевые, скажу, сколько их всего. Первая лицевая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая и пятнадцатая. Вот у меня получилось от накида провязанных 15 лицевых. Дальше идет снова лицевая, отметочка наша булавочка и 2 лицевые. То есть получается по счету это 16, 17 и 18 лицевая. Снова делаем накид и за 3 петли вяжем за дальние стеночки 1 лицевую вместе. 3 петли 1 лицевой. Дальше делаем накид и снова отсюда же вводим спицу, вывязываем вторую лицевую. Снимаем полностью со спицы наши 3 петельки. У нас получился накид, и из 3 петель вывязаны 3 петли. Для тех, кто не знает, как вязать такой узорчик, можете посмотреть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании. Это узор самой простой звездочки. Это вывязывание из 3 петель 3 петли. Дальше после этого узора снова делаем накид. И вяжем снова наши лицевые петельки до булавочки следующей. Это у меня получается 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Точно так же, как и в первый раз, мы должны связать 15 лицевых от звездочки с накидом до следующей вывязывания звездочки с накидом. Итак, вяжем 15 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14,
и 15. Дальше делаем накид, и из 3 петель нам нужно снова вывязать звездочку. Захватываем 3 петли за дальние стеночки, вяжем 1 лицевую. Дальше делаем накид и вывязываем 2 лицевую отсюда же. Сделали звездочку, после нее также делаем накид. И вяжем дальше до следующей нашей отметочки. Сейчас мы будем перед отметочкой захватывать 2 петли, в отличие чем с этой стороны. Как бы делать в зеркальном отображении. Поэтому 2 петли я пропускаю и считаю. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 32 петли лицевые нам нужно связать до следующей нашей звездочки. Смотрите, у тех, у кого петельки другое количество снизу, то я просто, что я сделала? Я взяла, поделила кофточку пополам, и в первой части, и во второй сделала по 3 звездочки с прибавлениями. То есть, смотрите, я вывязывала из 3 петель 3, по обеим сторонам делала накиды. Первый раз, прям возле самой планочки, буквально через 6 лицевых петелек. Дальше, через 15 лицевых я сделала второй раз прибавление, вывязала звездочку. И через 15 петель третий раз сделала прибавление, вывязав звездочку. Теперь центр я вяжу просто лицевыми. И с другой стороны точно так же я сделаю в зеркальном отображении через 6 петель одну звездочку с прибавлениями, через 15 петель другую и через 15 петель третью. А центр спинки мы сейчас просто свяжем лицевыми петельками. Связали 32 лицевые, и теперь снова у нас до нашей отметочки остается 2 петли и 1 петля после нее. То есть следующие 3 петли, то есть получается мы связали 32 лицевые, значит 33, 34 и 35 лицевая по центру отсчитав, у нас снова идет прибавление. То есть делаем накид, из 3 петель вывязываем звездочку за дальние стеночки, вяжем лицевую, накид и лицевую отсюда же вторую вывязываем. Сделали звездочку, вот так вот еще раз накид и лицевую отсюда же. И дальше после звездочки снова делаем второй накид. Теперь вяжем до следующей отметочки 15 лицевых. 1, 2 лицевая, 3, 4 и так далее. 5, 6. Связали 15 лицевых, и дальше снова наши 3 петельки мы вывязываем накид. Из 3 петель вяжем звездочку, лицевая, накид, отсюда же вторая лицевая. И делаем накид после нашей звездочки. Дальше снова вяжем 15 лицевых до следующей отметочки. Довязала я до отметочки, поэтому делаем накид. Из 3 петель вывязываем 3, то есть делаем звездочку, лицевая, накид, лицевая. И делаем второй накид с другой стороны. До конца лицевой глади у нас остается 6 лицевых петель, поэтому так и вяжем 6 лицевых. Дальше у нас 5 лицевых петель планки идут по узору платочной вязки и кромочная петля изнаночная. Развернув на изнаночный ряд, кромочную снимаем, дальше вяжем по узору платочной вязки наши петельки планки, поэтому 5 лицевых петель. Дальше вяжем все петельки изнаночные до ближайшего первого накида возле звездочки. То есть просто можете не отсчитывать петельки, а просто связали все петли изнаночные, вот он первый накид. Как вы помните, по регланной линии первый накид мы вязали просто изнаночной петлей за дальнюю стеночку. Вот точно так же и здесь вяжем изнаночной петлей за дальнюю стеночку. Дальше у нас идут 3 изнаночные петли звездочки. 1, 2, 3. И следующая идет наша петля с другой стороны накид. Мы ее точно так же, как и у регланной петли, разворачиваем вот этой дальней стеночкой ближе к нам и вяжем изнаночную петлю за переднюю стеночку теперь уже. И точно так же, как и в регланной линии, мы повернули петельки в зеркальном отображении наши накиды и провязали изнаночными петлями. Благодаря этому у нас добавилось уже с лицевой стороны по одной петле с каждой стороны звездочки. Теперь снова вяжем все петельки изнаночные до следующего накида. Как вы помните, по подсчетам лицевой нашей стороны это 15 изнаночных петель. Вот вяжем 15 изнаночных петель, или абсолютно неважно, сколько их у вас. Идем до следующего накида, и точно так же первый накид мы вяжем изнаночные за дальнюю стеночку, то есть перекрещиваем изнаночную петлю. Дальше у нас идут 3 изнаночные петли звездочки, так и вяжем по отдельности
изнаночная, дальше накид мы провяжем тоже изнаночной и вторая изнаночная, то есть третья петля звездочки. Дошли до второго накида, второй накид мы разворачиваем и вяжем за ближайшую стеночку изнаночной петлей. То есть снова отобразили в зеркальном отображении наш, перевернули, перекрестили в зеркальном отображении наши накиды, провязали изнаночными петлями и снова с лицевой стороны у нас уже вместо 3 петель звездочки и 2 накидов у нас уже 5 лицевых петель. И вот так вот каждые накиды с одной стороны мы вяжем за дальнюю стеночку изнаночной, а с другой стороны мы разворачиваем, как бы раскручиваем наш накид и вяжем за ближайшую стеночку изнаночной петлей. У нас получаются перекрещенные изнаночные петельки, благодаря чему не получается каких-то дырочек с лицевой стороны. Дырочки у нас появятся только благодаря тому, что у нас здесь вот идет такое вот вывязывание из 3 петель 3, что немножечко, скажем, даст нам такой вот эффект разворотика нашего поворотика. И вот здесь вот совсем маленькие дырочки. Абсолютно ничего страшного. Это, скажем так, входит в планы узора. Вот. И дальше продолжаем вывязывать. У нас еще осталось 1, 2, 3, 4 звездочки. Вот мы каждую звездочку сейчас будем провязывать точно так же. Все петельки промежуточные изнаночные вяжем. Первый накид перекрещенный вяжем изнаночной за дальнюю стеночку. Второй накид разворачиваем и вяжем также изнаночной, но уже за ближайшую стеночку. Вот я как раз дошла до следующей звездочки, еще раз покажу. Первый накид мы вяжем изнаночной за дальнюю стеночку. Дальше 3 петли звездочки мы вяжем 3 изнаночные. И дальше второй накид мы разворачиваем. И за ближайшую стеночку вяжем изнаночной. Все, вот так вот продолжаем вязать весь изнаночный ряд. Повернув на лицевой ряд, теперь с этого ряда мы должны провязать 4 ряда просто лицевой глади. То есть, как вязали здесь вот в начале 8 рядочков. Сейчас просто петли планочки вяжем 5 лицевых, как всегда, с одной и с другой стороны. А промежуточные вот эти петельки между планками вяжем лицевой гладью с лицевой стороны лицевыми петельками. И с изнаночной стороны это просто изнаночные петельки. Один лицевой ряд, второй изнаночный, третий лицевой и четвертый изнаночный. Связав 4 ряда лицевой гладью, мы снова повторим ряд со звездочками. Только сейчас у нас уже после планочки идет не 6 лицевых, а 7, так как у нас была добавлена 1 петля. Итак, кромочную снимаем, затем вяжем 5 лицевых петель планки, затем вяжем 7 лицевых петель и делаем звездочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Связали лицевые петельки, затем делаем накид и из 3 петель вывязываем 3. За дальние стеночки вяжем 1 лицевую, делаем накид и 2 лицевую отсюда же вывязываем. Сделали звездочку, делаем второй накид. Теперь до следующей вот здесь вот нашей звездочки мы должны провязать уже не 15 лицевых, а 17, потому что добавилось с каждой стороны по одной петле. Итак, вяжем 1, 2 лицевую, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Довязали наши лицевые до следующей звездочки. Делаем накид, вывязываем из 3 петель 3. За дальние стеночки вяжем лицевую. Делаем накид и вторую лицевую отсюда же. И делаем дальше снова после звездочки второй накид. И вяжем до следующей звездочки. Опять же таки 17 лицевых. 1, 2, 3, 4 и так далее. Перед звездочкой делаем накид и из 3 петель вывязываем 3 петли. Вяжем лицевую за дальние стеночки, накид и вторую лицевую отсюда же. После звездочки делаем второй накид с другой стороны и вяжем до следующей звездочки. Как вы помните, у нас было 32 лицевые, сейчас добавилось с каждой стороны по одной петле дополнительной, то есть 34 лицевые вяжем до следующей звездочки. Связали спинку, теперь снова делаем накид и вяжем звездочку. Из 3 петель вывязываем лицевую, делаем накид и вторую лицевую отсюда же. После звездочки делаем второй накид. И снова вяжем 17 лицевых
уже до следующей звездочки. 17 лицевых провязаны, делаем накид и вяжем из 3 петель, вывязываем 3 петли. То есть делаем нашу звездочку, лицевая, накид и вторая лицевая отсюда же. Дальше делаем второй накид и вяжем снова 17 лицевых еще до следующей, последней уже в этом ряду нашей звездочки. Опять делаем накид и вывязываем за дальние стеночки 3 петли. Лицевая, накид, лицевая. После звездочки снова делаем второй накид. До конца ряда у нас остается 7 лицевых в нашей лицевой глади. Затем 5 лицевых платочной вязки планки и кромочная петля изнаночная. Довязав лицевой ряд до конца, изнаночный ряд вяжем точно так же, как вязали 10 ряд серым цветом. То есть все петельки изнаночные, кроме нашей планочки с одной и с другой стороны. Затем перекрещиваем накиды, провязывая первый накид за дальнюю стеночку изнаночной, а второй накид вяжем, переворачивая, как бы раскручивая наше перекрещивание, вяжем за ближайшую стеночку изнаночной. То есть, как вязали, опять же таки повторюсь, 10 ряд. Дальше, довязав изнаночный ряд, после наших накидов перекрещенных, мы должны провязать, будем снова, опять же таки, 4 ряда лицевой гладью. Вот так, как мы вязали между первыми звездочками и вторыми звездочками. Вот так вот. То есть довязываем пятый ряд до изнаночный ряд до конца, и еще 4 ряда нам нужно провязать лицевой глади. То есть вяжем самостоятельно 5 рядочков. Связав 4 ряда лицевой глади, снова мы делаем ряд со звездочками. Кромочную снимаем, дальше 5 лицевых петель планки. Теперь у нас до звездочки в лицевой глади вместо 7 петель уже 8, так как добавилась в предыдущем ряду еще одна вот она петелька эта. Поэтому вяжем 8 лицевых по лицевой глади. И дальше снова делаем звездочки. Перед звездочками делаем накид. И из 3 петель за дальние стеночки вывязываем 3 петли. Лицевая, накид, лицевая отсюда же. И после звездочки делаем снова накид. Теперь уже у нас вместо 17 петелек между звездочками на 2 петли больше. Поэтому вяжем 19 петель лицевых. 1, 2 и так далее. Связали 19 лицевых, делаем накид и из 3 петелек вывязываем звездочку. За дальние стеночки вяжем лицевая, накид и лицевая отсюда же. Связали звездочку, делаем накид 2 с другой стороны. И снова вяжем 19 лицевых петель до 3 звездочки. Далее делаем накид. Из 3 петель вывязываем 3 петли. Снова делаем звездочку, лицевая, накид, лицевая отсюда же. И после звездочки делаем второй накид. Дальше вяжем лицевые петли спинки. Их у нас было 34, добавилось 2 петли, поэтому сейчас вяжем 36 лицевых. Снова накид, из 3 петель 3. Лицевая, накид, лицевая и накид после звездочки. Теперь снова вяжем наши промежуточные 19 лицевых. До следующей звездочки. Делаем накид из 3 петель 3. Лицевая, накид, лицевая отсюда же. И с другой стороны звездочки делаем второй накид. Теперь вяжем 19 лицевых и будем вязать последнюю звездочку. Делаем накид из 3 петель 3. Лицевая, накид, лицевая за дальние стеночки. И накид с другой стороны звездочки. До конца этого ряда остается у нас 8 лицевых по лицевой глади. 5 лицевых наши петли планки. И кромочная петля изнаночная. Изнаночный ряд вяжем по рисунку. Петли планки. Дальше промежуточные петли все изнаночные. И не забудьте перекрещивать накиды в зеркальном отображении. Связав изнаночный ряд, мы сделали, посмотрите, вот такие вот прибавления. Немножечко расширив кофточку, нам сейчас нужно будет ее как бы закончить. То есть, смотрите, мы должны будем связать еще вот такие вот 8 рядочков
нашей платочной вязки. Но по рядам, смотрите, мы должны будем на восьмом ряду закрыть, поэтому сейчас мы свяжем 7 рядочков платочной вязкой, то есть и с лицевой, и с изнаночной стороны будем вязать лицевыми петельками абсолютно все петли ряда. Кромочную первую снимаем, последнюю кромочную будем вязать изнаночной. Все остальные петельки лицевые. И так 7 рядочков. В восьмом ряду я вам покажу, как его закончить. Связав 7 рядочков платочной вязки, вот что у нас должно получиться. Мы благодаря звездочкам и накидам сделали расширение нашей окружности груди, то есть она у нас сейчас уже шире. И не довязали последний один изнаночный ряд для того, чтобы получить вот такой край из 4 изнаночных рядочков платочной вязки. Вот мы как раз таки с вами остановились на 8 ряду, он у нас изнаночный. И начнем закрывать петельки. То есть в отличие от этого цвета перехода из розового в серый, то мы будем петельки сейчас закрывать. Мы должны будем оставить открытые петли там, где у нас планочка. С одной стороны плюс кромочная петли планки и с другой, то есть 6 последних петель и 6 первых ряда мы оставим открытыми петлями на булавочке с одной и с другой стороны. А центральные петельки, там где у нас была лицевая гладь со звездочками, мы эти петельки полностью все закроем. Как мы делаем? Смотрите, кромочную снимаем, далее 5 лицевых петель планки, так и вяжем 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Вот они, связали первые 6 петель ряда. Не трогаем их, ничего с ними не делаем, а дальше начинаем делать закрытие петелек. Вяжем первую лицевую и вторую петлю лицевую. Дальше лицевую первую перекидываем на вторую лицевую. Она, возможно, у вас будет спускаться, но вы постарайтесь вот так вот перекинуть. Теперь дальше вяжем следующую лицевую и на нее перекидываем предыдущую связанную лицевую. Снова следующая лицевая, перекидываем предыдущую лицевую. Лицевая, перекидываем на нее предыдущую. И вот такими вот плавными движениями мы закрываем петельки. По желанию, конечно же, можете провязывать попарно. Но я вам рекомендую провязывать таким образом и делать перекидывание каждой предыдущей петли на последующую провязанную лицевую. И посмотрите, что у нас получается с лицевой стороны. С лицевой стороны у нас получается довязывается 4 изнаночный ряд платочной вязки. Первые петли мы не тронули, затем центральные петельки, посмотрите, мы делаем закрытие и параллельно вывязываем 4 изнаночный ряд. Вот, посмотрите, не провязанный ряд, а это уже закрытый провязанный ряд. Вот они 8 рядочков, как и здесь ранее было розовым цветом, так у нас и получается параллельно закрытие. И провязывание этого 8 платочного ряда по чередованию лицевые изнаночные петельки. И вот так вот я буду закрывать все петельки до последних 6 петель ряда. До планки из 5 лицевых состоящей и кромочной петли нашей последней петли ряда. Вот пока я до последних 6 петель буду закрывать вот таким вот обычным способом провязывания лицевой петли и перекидывания на нее предыдущей петли. Я думаю, что кому непонятно, можете посмотреть на закрытие петелек предыдущих моих видео. Там, может, более вам будет подробно и понятно. А сейчас я пока продолжаю делать закрытие. Также для того, чтобы освободить петельки, я предлагаю вам пока перекинуть последнюю петлю закрытия и освободить вот эти петельки от спицы. Вот так. И затем берем булавочку, переодеваем, не перекручивая никак петельки, как сняли, так и одели. Возвращаем вот так вот на булавочку. Так я сделаю точно так же и с другой стороны. Также возвращаю последнюю рабочую петлю на спицу и продолжаю делать закрытие. У меня уже получается свободная одна правая спица, на которой всего лишь одна петелька, которая по итогу закроет полностью весь ряд. Закрыв все петельки до последних 6 петель ряда, мы одну еще довяжем лицевой и перекинем на нее последнюю рабочую петлю. Дальше остается 4 петли лицевые с петелечек нашей планки. Так и вяжем 4 лицевые. И дальше последняя петля кромочная. То есть всего на рабочей спице у вас должно быть 6 петелек. Последняя петля закрытия, которую мы перенесли на первую петлю планки.
Дальше мы довязали еще 4 лицевые, это 5 лицевых получилось, петли планки и кромочная 6 петля. Вот эти петельки я также вам для удобства предлагаю перенести на булавочку. Тем самым освободили и вторую спицу. Все, теперь смотрите, нам больше вот этот цвет не нужен, мы можем его отрезать. Вот так вот. Я оставлю краешек для того, чтобы потом присоединить ниточку другого цвета. Полностью убираем спицы и что мы получаем? Выравниваем полностью кофточку нашу с одной стороны. Выравниваем планочку с другой стороны. И у нас получилось соединение кокетки, плавно переходящее вот такую вот немножечко расклешенную юбочку. Слишком я ее не клешила, мне не хочется, чтобы это было платьюшко, а вот все-таки как кофточка. Здесь, как вы видите, мы уже перестали делать петельки для пуговичек, этого здесь не нужно. А дальше мы будем присоединять третий, последний цвет. Как мы его будем присоединять? Смотрите, для удобства разворачиваем удобной для себя стороной, чтобы у нас изнаночная сторона была сверху. Вот я, например, беру ту сторону, где мы закончили вязать, только убираю, скажем, хвостик ниточки и нахожу вот этот последний провязанный лицевой ряд перед изнаночным. То есть, смотрите, вот он наш изнаночный ряд, первый, который мы провязывали после лицевой глади. Вот находим перед ним последний лицевой ряд. Вот такой вот, посмотрите, здесь провал, и перед ним идет изнаночная гладь. Вот этот с последнего этого ряда мы и начнем набирать петельки. Причем петли планки мы не трогаем, вот они у нас остались открыты, эти петельки. Поэтому находим следующую петлю после петель 6 планки. Вот она у нас, это первая петля. И с нее мы начнем набирать петельки для того, чтобы восстановить петли, получается, которые мы только что закрыли, но на эти 8 рядочков выше. То есть мы начнем с внутренней стороны, для того, чтобы наше вязание было как бы с внутренней стороны, плавно выходящее вот так вот на поверхность. То есть нам нужна вот эта вот часть, скажем так, самая нижняя, которая обвязочка наша юбочки, она у нас должна быть так и сверху налаживаться как бы. А потом, когда мы провяжем уже вот эту высоту внутреннюю, мы уже соединим петли нашей планки и основного вязания юбочки второго цвета. Для удобства я возьму крючок, нахожу эту первую петельку и ввожу ниточку третьего цвета. Вот так. И начинаю постепенный набор петелек, вот так вот близ прилежащие. То есть смотрите, что я делаю. Я беру, сгинаю вязание наше и поочередно набираю петельки из последнего лицевого ряда. Затем, набрав некоторое количество петелек, я переношу их на спицу. Первую петельку я не закрепляю. Вот, я просто нанизываю. Причем, обратите внимание, нам нужно нанизывать именно вот таким вот образом, повернув с лицевой стороны к себе вязание и загнув эту изнаночную сторону. Потому что если вы будете наоборот набирать, то есть с другой стороны, то у вас получится как бы изнаночная сторона сверху. Нам нужна, чтобы лицевая была сверху. Поэтому, если вам удобно вот так вот спицей набирать, то можете продолжать набор спицей. Ну, мне, например, в принципе, сейчас и спицей достаточно удобно набирать. В труднодоступных местах я буду использовать для набора крючок. Вот так вот набираем, полностью восстанавливаем все петельки по количеству, которые мы закрыли только что. Мы их закрыли именно для того, чтобы сделать такой красивый край серой части юбочки. А затем как бы из-под нее будет плавно выходить уже юбочка другого цвета. Вот так вот восстанавливаем полностью все петельки, пропуская петли планки с одной стороны. И с другой стороны мы не довяжем, не сделаем набор петелек планки с другой стороны. То есть мы пока просто восстанавливаем серединку закрытого полотна. Итак, вот я набрала петельки. Должно у вас получиться, если вы вязали именно по моему размеру кофточку, то 158 петелек. Так как изначально у нас здесь было 152 петли, затем мы 6 раз добавляли
по звездочке в каждом ряду 3 раза, то есть получается 12 в каждом ряду мы добавляли, 12, 12 и 12, это 36 петелек мы добавили, 122 плюс 36 получается 158, вот 158 у нас и получилось. Все как бы совпало, все хорошо. И у нас получается, смотрите, 158 и 2 планочки нетронутых пока открытых петелек. Поворачиваем, ничего не добираем, ничего не довязываем, абсолютно разворачиваем на изнаночную сторону и продолжаем вязать изнаночную гладь. Смотрите, мы как бы можем, в принципе, первую провязывать, можем первую снимать как кромочную, это уже по желанию. Я, пожалуй, провязывать буду. И вяжем все петельки как изнаночную сторону. С изнаночной стороны мы вяжем всегда изнаночную гладь изнаночными петельками. Поэтому я предлагаю вам провязать с изнаночной стороны несколько рядочков изнаночными петельками, с лицевой, лицевой гладью лицевыми петельками. Я пока провяжу 4 ряда просто лицевой гладью, 158 данных петелек центральных. И нам нужно провязать, в принципе, не просто 4 ряда, а я вам сейчас объясню. Я буду провязывать высоту вот этого нашего, как бы, накида юбочки в верхней. То есть, смотрите, нам нужно провязать вот такое расстояние лицевой гладью, нижним уже, получается, третьим цветом. Я связала 4 ряда и оказалась в начале изнаночного ряда. Вот как раз таки довязав 5 ряд, мы должны закончить наше вязание в конце изнаночного ряда. Для того, чтобы потом мы, как бы повернув вот так вот с лицевой стороны, уже смогли ввести наше вязание вот этих вот, скажем так, планочек. И как раз таки 5 рядочков у меня четко встали, скажем так, с нижней стороны под нахлестом верхней юбочки. Вот они, смотрите, по высоте соответствуют 5 рядочков 8 рядам платочной вязки. Вот, посмотрите. И теперь ввела я новый цвет на окончание вязания планки. То есть, смотрите, там, где у нас был хвостик серого цвета, я заменила цвет на сиреневый. И здесь ниточку можете отрезать. Вот здесь вот, с внутренней стороны. Мы сейчас вязание начнем с начала ряда полностью там, где у нас планочка. Я для удобства перенесу вот эти петельки с планочки на спицу, на той, которой закончила вязать изнаночный ряд. Вот так вот переношу. И первая петля у меня уже другого цвета. Если вы развернете на лицевой ряд, что у нас должно получиться? У нас введен новый цвет в начале ряда, там где петельки планочки, и связана внутренняя сторона. Вот так, посмотрите. Теперь мы соединяем полностью наше вязание. Отрезав ниточку, можете вот эту ниточку сейчас по ходу вязания этого ряда спрятать, провязав несколько петелек вместе с рабочей ниточкой. Я этого делать пока не буду, я потом ее спрячу. Итак, кромочную снимаем. Дальше вяжем 5 лицевых петель планки нашей. То есть вот они, связали петли планки. Теперь вводим новые петли центральные другого цвета. Вот так, связали петли планки. И дальше продолжаем вязать ту часть, которую мы вязали отдельно. То есть вот так вот продолжаете вязать лицевыми петельками. Еще раз повторюсь, по желанию можете вязать вместе с хвостиком, который отрезали с внутренней стороны. Я, пожалуй, наверное, провяжу, хотя я хотела этого не делать. Вот, проще вам потом будет, чтобы не прятать краешек ниточки. Вот так, совместили рабочую нить с хвостиком и буквально несколько петелек вяжем, продолжаем лицевой гладью, так как это лицевая сторона. Вот, провязала я несколько петелек, бросаю хвостик отрезанный и продолжаю дальше вязать рабочей ниточкой до конца вот этих 158 петелек центральной части. И как вы видите, мы уже ввели 6 первых петелечек, это петли планки 5 лицевых, и кромочную петлю уже на рабочую спицу. Совместили как бы одну часть. С изнаночной стороны у нас получается вот такая коротенькая, скажем так, часть. Вот.
И дальше мы продолжим совмещать. Провязав вот этот ряд до конца окончания наших петелек третьего цвета, мы будем и вторую планочку совмещать к общему вязанию. То есть к нашим 158 петелькам добавлять еще 6 петель с каждой стороны петли планки. Для тех, кто не понял, что я сделала, я связала высоту внутренней юбочки, затем совместила петельки планки и центральные петли вместе, продолжая вязать внутреннюю юбочку, третью получается по счету цветную часть или вторую часть юбочки после нахлёста вот этого. И у нас уже виднеется вторая часть. Я продолжаю вязать просто лицевыми петельками. Довязав все петельки до конца третьего цвета, теперь берем, переносим с булавочки наши оставшиеся петельки в конце ряда, там, где у нас петли второй планки. Вот так вот переносим обратно эти 6 петелек предыдущего цвета. И дальше продолжаем их вязать уже ниточкой третьего цвета. 5 петель лицевых, петли планки, как вы помните, у нас лицевыми петлями. И кромочная, изнаночная. Теперь разворачиваем на изнаночный ряд и вяжем петли платочной вязки там, где у нас 5 лицевых петель планки, то есть лицевыми петельками после кромочной. А вот эти петельки внутренние, так и продолжаем вязать изнаночными петлями, то есть по узору лицевой глади. Вот таким вот образом я еще свяжу буквально 3, может 5 рядочков, то есть для того, чтобы немножечко как бы связать высоту, которая будет выходить за пределы нашего нахлёста предыдущей юбочки, то есть за пределы серого цвета. Вот так я провяжу несколько рядочков лицевой гладью, при этом продолжая планку вязать платочной вязкой до тех пор, пока не начну делать прибавление, уже делая, скажем так, расширение на юбочке второго цвета. Провязав 4 ряда, я довязала еще 2 ряда, то есть 5 и 6. И у меня сейчас получается после соединения провязано 6 рядочков. 3 из них изнаночных, 3 из них лицевых. И теперь я нахожусь в 7-м лицевом ряду после соединения. Кромочную снимаем, дальше вяжем, как обычно, наши 5 лицевые платочной вязки. Затем у нас, как вы помните, шли вот такие вот звездочки с прибавлениями. И в каждом дополнительном вот здесь вот ряду со звездочками, где мы увеличивали петельки, добавлялась у нас одна петля от планочки. Было сначала у нас 6, затем 7 петелек, здесь 8 петелек. А вот как раз таки сейчас мы продолжаем делать ряд с прибавлениями звездочками. Поэтому я буду вязать уже 9 лицевых. Поэтому отсчитываем 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. А дальше мы будем продолжать нашу звездочку. Если хотите, можете здесь пересчитать. 2, 4, 6, 8, 9. У меня последнее прибавление, поэтому я здесь тоже перенесла 9 лицевых. И затем будем делать звездочку, перед ней накид и из трех вывязываем 3 петли. За дальнюю стеночку вяжем лицевую, накид лицевую. То есть все, как делали в предыдущих вот здесь вот сереньких рядах. Затем после звездочки делаем второй накид. И дальше продолжаем вязать промежуточные петельки до следующей звездочки. У нас сначала их было 15, затем 17, затем 19. Сейчас уже плюс 2, значит 21 лицевая. Вот так и вяжем 21 лицевую. 1, 2, 3 и так далее. Затем делаем накид и снова из 3 петель вывязываем 3. За дальние стеночки захватываем 3 петельки, вяжем лицевую, делаем накид и вторую лицевую отсюда же. Связали нашу звездочку и теперь делаем накид второй с другой стороны. Дальше снова вяжем 21 лицевую. Дальше делаем накид и снова вывязываем звездочку. Захватываем 3 петли, вяжем лицевую, накид и лицевую вторую отсюда же. Снова с другой стороны накид.
мы дошли до спинки, и как вы помните, у нас изначально было 32 петли, затем 34, 36, значит сейчас 38 центральных петелек нам нужно связать от звездочки до звездочки. Поэтому отсчитываем 1, 2, 3 лицевая и так далее. Вяжем полностью всю нашу спинку до следующего прибавления. 38 лицевых провязаны, дальше делаем накид и снова из 3 вывязываем 3 петли. Лицевая за дальней стеночки, накид и 2 лицевая отсюда же. С другой стороны звездочки делаем 2 накид. Дальше до следующего прибавления нам нужно провязать 21 лицевую. Вот вяжем 21 лицевая, 1, 2, 3 и так далее. Довязали лицевые, дальше делаем накид и снова вяжем очередную звездочку. Из 3 петель вяжем 3 петли. Лицевая, накид, лицевая. И с другой стороны звездочки делаем снова прибавление в виде накида. Затем опять вяжем промежуточные 21 лицевая до последней звездочки, до последнего прибавления в этом ряду. Делаем накид, из 3 петель вывязываем 3 петли. Лицевая за 3 петли дальней стеночки, накид и лицевая отсюда же. Довязали последнюю звездочку, после нее делаем накид, и до конца ряда у нас остается 9 лицевых, затем 5 лицевых нашей планки платочной вязки и кромочная петля изнаночная. Разворачиваем на изнаночную сторону и продолжаем вязать снова изнаночные петельки, при этом перекрещиваем накиды как на регланной линии. Сначала вяжем первый накид за дальнюю стеночку, перекрещенной изнаночной, второй накид мы разворачиваем и вяжем за переднюю стеночку, также перекрещенной изнаночной петлей. Довязав изнаночный ряд до конца, затем, начиная со следующего лицевого ряда, нам нужно провязать 4 ряда лицевой гладью. То есть мы также продолжаем вязать, как и делали на серой вот этой стороне юбочки. То есть точно так же мы сначала сделали звездочки ряд, затем закрепили с изнаночной стороны, перекрестили накиды, и затем 4 ряда мы вяжем просто лицевой гладью. При этом не забываем петли для планок вязать также платочной вязкой лицевыми петлями и с лицевой, и с изнаночной стороны. 5 рядочков провязаны, и теперь мы снова делаем ряд со звездочками. Кромочную снимаем, дальше вяжем петли платочной вязки, соответственно 5 лицевых петель планки. Дальше мы уже прибавим одну петельку еще к нашей лицевой глади, то есть как здесь мы вязали, и вяжем уже до первой звездочки 10 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Связали 10 петель лицевой глади нашей и дальше делаем накид, из 3 петель вывязываем 3. То есть делаем нашу звездочку. Лицевая, накид и лицевая вторая же отсюда. Делаем второй накид и дальше до следующей звездочки вяжем наши 23 уже петельки. 1, 2, 3, 4 и так далее. Снова делаем накид и вывязываем звездочку. Из 3 петель 3. Дальше после звездочки делаем второй накид. И снова до следующей звездочки, до следующего прибавления вяжем 23 лицевые петли. Делаем накид, дальше вывязываем из 3 петель 3. Сделав звездочку, делаем второй накид с другой стороны. Теперь мы дошли до петель спинки. На петлях спинки нам уже добавилось еще 2 петли, поэтому нужно связать 40 лицевых петель. 1, 2 и так далее. Делаем первый накид, затем вывязываем из 3 петель 3. 1, 2 и 3. Делаем второй накид с другой стороны. Дальше до следующего прибавления вяжем 21 лицевую петлю. Делаем накид и вывязываем звездочку из 3 петель. Делаем 3 петли. И второй накид с другой стороны. Снова вяжем 23 лицевые петли до последней нашей звездочки. Снова делаем очередной накид, из 3 петель вывязываем 3 петли, сделали последнюю нашу звездочку, накид после нее. Дальше до конца ряда у нас остается 10 лицевых петель из лицевой глади, далее у нас 5 лицевых петель платочной вязки планки и кромочная петля изнаночная. Затем нам нужно связать изнаночный ряд. Изнаночный ряд, как вы помните, мы вяжем изнаночными петельками.
и перекрещиваем накиды в зеркальном отображении. Связав изнаночный ряд, у нас есть два варианта. Либо мы сейчас вяжем 4 ряда лицевой глади и дальше делаем еще один ряд вот здесь вот прибавлений, как делали вот здесь звездочки на сером цвете. Я этого делать не буду, мне этой длины кофточки вполне более чем достаточно, поэтому начиная с этого ряда лицевого, я буду отсчитывать 7 рядочков, то есть лицевой, затем изнаночный, возвращать лицевой, изнаночный и так далее, платочной вязкой, как мы делали здесь. То есть 7 рядочков я буду вязать просто лицевыми петельками с лицевой, с изнаночной стороны, а затем на 8 ряду я буду закрывать все абсолютно петельки, включая петли планочки нашей. Поэтому кромочную снимаем и дальше полностью все петельки продолжаем вязать лицевыми с лицевой, еще раз повторюсь, и с изнаночной стороны. Вот я связала 7 рядочков платочной вязкой, и сейчас в 8 ряду, это у нас изнаночный ряд, мы начнем закрывать петельки. Если в прошлый раз мы с вами закрывали не все петельки, оставляли петли планки, то сейчас как раз таки я буду закрывать абсолютно все петельки. Как это и делается? Кромочная снимается, дальше вяжется следующая лицевая. И одевается предыдущая на последующую. Снова лицевая, протягиваем предыдущую на последующую. Лицевая, протягиваем предыдущую на последующую. То есть делаем все точно так же, как делали в прошлый раз при закрытии серых петелек, но сейчас мы закрываем абсолютно все полностью от первой до последней петельки. И вот такими вот обычными шажками мы закрываем полностью целый ряд. При этом у нас в конце ряда должна остаться всего лишь одна петелька, которую мы вот так вот перекидываем. То есть просто одна петля в конце ряда. И посмотрите, какой аккуратный, красивый край получается. Вот такая косичка с изнаночной стороны. Как и в прошлый раз мы делали закрытие вот здесь вот серенькой нашей части. Так и с лицевой стороны у нас провязано в конце 4 изнаночных ряда или 8 рядочков платочной вязкой. Вот такой вот изнаночный конечный ряд у нас получается. И ровный красивый уголочек. Даже, я бы сказала, не слишком он острый, а вот такой вот красивый, аккуратненький. В общем, продолжаем делать закрытие до конца ряда. Если вам неудобно так закрывать, можете своим любым для вас удобным способом, допустим, провязывать попарно петельки, возвращая. Но, честно говоря, мне вот этот вариант больше нравится, так как он больше всего подобен к ряду изнаночному. Так как нам нужно закончить 4 изнаночный ряд с лицевой стороны, то вот этот способ мне кажется наиболее подходящим здесь. И при этом он получается эластичный в меру, не слишком тугой и в то же время не слишком растянутый. Последнюю петельку после закрытия я переношу на крючок и делаю 2 воздушные петли, которые хорошо-хорошо подтягиваю. Привытаскиваю ниточку и можете отрезать. Вот этот краешек ниточки я спрячу в последний ряд закрытия петелек. И все, наш низ готов. Сейчас мы уже юбочку нашу закончили и приступаем к вязанию рукавчиков. Изначально я решила сделать вот такую вот развернутую схемку своего рукавчика, чтобы понять, сколько мне рядочков нужно провязать и сколько делать раз убавления для того, чтобы прийти от изначального количества петелек на нашей булавочке до петелек, которые у нас должны остаться на линии запястья. Смотрите, у меня рукавчик внутренний, рукавчик, длина его составляет 21 сантиметр. Но так как у меня идет платочная вязка, 4 ряда изнаночных, как вы помните, мы заканчивали каждую из частей юбочек 8 рядами платочной вязки, то это приблизительно 2 сантиметра. Вот эти 2 сантиметра обвязки я убираю с общей длины рукавчика для того, чтобы не делать на них убавления. У меня остается 21 минус 2 сантиметра, 19 сантиметров длина рукавчика, на которой я должна сделать убавление, придя от 53 петелек до 35 петель, которые у меня должны остаться на запястье. Приблизительно я по плотности своего вязания рассчитала, что это приблизительно 58 рядочков, может там плюс-минус 2 ряда, в 19 сантиметрах. То есть вот здесь у меня 58 рядочков. Но это опять-таки все относительно.
Вот. И здесь я решила оставить 35 петелек, но по ходу вязания я буду смотреть. Возможно, я оставлю 33 петельки, а возможно 37. Здесь уже я как бы, исходя из всего вязания, буду делать убавление и посмотрю, какое у меня получится отверстие. Как бы досконально можно это все просчитать, исходя из плотности вязания, но мне вот почему-то хочется, скажем, по ходу именно окончания рукавчика посмотреть на этот диаметр запястья. Я не люблю слишком узкие рукавчики, не люблю слишком широкие, поэтому я уже буду ориентироваться по ходу вязания. И я рассчитала, что с 53 петелек до 35 петелек запястья мне нужно вычесть 18 петель по ходу вязания длины рукавчика до обвязки. То есть в 19 сантиметрах нам нужно убрать 18 петелек. Если мы 18 петель поделим на 2, это получается 9 раз. 9 раз с каждой стороны в одном ряду мы будем делать убавление, провязывая 2 первые петли вместе и 2 последние петли вместе. То есть 9 раз. В 19 сантиметрах я уже сделала расчет, что 58 рядочков. Но, честно говоря, вот этот самый короткий, скажем, промежуточек до запястья, вот эта часть, она у нас, посмотрите, практически всегда одного, скажем так, ну, одной окружности. Поэтому я решила вот эту часть не делать никакие убавления, а связать ее такой вот немножечко прямой. Вот. И это приблизительно получается, что я буду делать убавления в каждом пятом ряду. То есть вот я взяла 58, из них я взяла 45, к примеру, петель и поделила на 5 рядочков, которые я вам сказала, что я буду 4 ряда вязать по рисунку, а затем в каждом пятом делать убавление. Вот как раз таки это и получается 9 раз. То есть 45 из 58 я забрала. 58 общих рядочков минус 45 рядочков, это получается 13. Значит, последних 13 рядочков из 19 сантиметров я буду вязать просто прямым полотном. Если хотите, можете делать не в каждом, к примеру, пятом ряду, а чередовать то в пятом ряду, то в шестом ряду, то в пятом ряду, то в шестом ряду. Вы, в принципе, выйдете как раз-таки к началу обвязывания на нужное количество петель. Опять же таки, почему я оставила именно 13 рядочков? Ну, это опять же таки все соотносительно. Возможно, там 12 будет, возможно, 14. Но это именно по расчетам, скажем, теоретическим. У меня 58 рядочков. Объясню почему. Потому что вот эти 13 рядочков я оставлю, вдруг я решу оставить 33 петли, к примеру, а не 35, то у меня будет место еще для того, чтобы убавить эти 2 петли. То есть вот эти последние ряды я оставляю для того, чтобы, скажем, НЗ сделать по расчету остатка петелек на линии запястья. Вот исходя из этого. Если же мне они не понадобятся, эти убавления, то я просто провяжу прямым полотном 13 рядочков, а затем сделаю обвязку рукавчика. Я решила вот так, поэтому буду вязать именно по этой схемке, но уже ориентируясь на практике, по ходу вязания, сколько точно рядочков будет. Пока я определилась, что у нас 53 петли, я должна перейти к 35 петелькам, сделать 9 раз по 2 убавления в ряду в каждом пятом ряду, то есть 4 ряда я вяжу просто, в каждом пятом делаю убавление в начале и в конце ряда. И так я должна сделать 9 раз, пока не приду к последней, скажем так, точке убавления. А затем я посмотрю, сколько нам нужно довязать до того, чтобы получилось 19 сантиметров вот этих вот рядочков. Пока на теории у меня 13, я посмотрю, сколько будет их по ходу вязания. Переносим петли с рукавчика на спицы. Я переношу на чулочные. Если вам удобнее на круговых, то, соответственно, переносим на круговые спицы. И берем ниточку. Ниточку я завожу под линию проймы, оставляя небольшой хвостик для того, чтобы сшить. Вот здесь вот будет у нас небольшая дырочка под, скажем так, линией проймы, то есть под мышкой. Поэтому я вот этой ниточкой, чтобы не присоединять лишний раз для пришивания нить, вот я ей сошью. Итак, оставляю небольшой кусочек и начинаю вязать первый ряд. Первый ряд я просто провяжу лицевыми петлями по кругу, начиная с первой спицы, заканчивая четвертой, пока не дойду снова до вот этого начала ряда, в котором мы присоединили ниточку. Нитку я не закрепляю, я ее потом
по ходу, скажем так, сшивания проймы она у меня спрячется и закрепится. Итак, провязав первую спицу, я перехожу ко второй, третьей и к четвертой. Итак, я провязала первый ряд, дальше подтягиваю вот этот хвостик ниточки и продолжаю вязание по спирали. То есть замыкаю вязание в круг и продолжаю вязать второй ряд точно так же, как и первый. Все 53 петельки лицевые. Так я свяжу второй, третий и четвертый ряд. И следует обратить внимание на то, что при круговом вязании петельки меняют свое направление. Поэтому я уже вяжу не за дальнюю стеночку, а за передние стеночки для того, чтобы красивой лицевой гладью ложилось наше вязание. Связали 4 ряда и теперь посмотрите, вот я уже планировала в пятом ряду делать убавление первое. То есть вот у меня 9 штрихов с одной и с другой стороны, то есть я буду делать убавление в каждом пятом ряду. Провязав 4 ряда просто по кругу лицевыми петельками глади нашей, я в пятом ряду, смотрите, каким образом я буду делать убавление. Первые две петли завожу за вторую и первую вторую петлю вяжу вместе одной лицевой. С наклоном делаю убавление вправо. Затем вяжу все петельки первой спицы, второй, третьей и четвертой по кругу до последних двух петель ряда. Их я тоже провяжу вместе. Но для красивого рисунка, который у нас будет под ручкой, с наклоном буду провязывать влево. Довязали до двух последних петелечек ряда. И теперь смотрите, вместо того, чтобы провязывать их вместе, мы для начала перевернем. Как? Снимаем на правую спицу непровязанные две петли. Дальше возвращаем на левую спицу, захватывая дальнюю стеночку. Вот так. И теперь за дальней стеночки две петли вместе вяжем одной лицевой петлей. То есть мы сейчас сделали убавление с наклоном влево, для того, чтобы у нас менее было заметно это убавление. То есть оно будет такое аккуратное, не перекрученное. И вот посмотрите, мы в начале сделали убавление ряда и в конце. То есть первые штрихи убавления мы уже закончили. Дальше снова в промежутке вяжем 4 ряда лицевой гладью. Начиная с первой петельки, я продолжаю вязать просто 4 ряда лицевой гладью. И смотрите, для того, чтобы у нас не было никаких, скажем, разделительных таких вот рядочков между спицами, я буду, провязывая 2-3 ряда, можно даже 4 ряда, смещать петельки буквально на пару петель вперед. То есть, провязав петли с первой спицы, я захватываю еще 2 петли лицевые с другой спицы. Дальше снова беру, провязываю со второй спицы петельки, и с третьей захватываю 2-3 петли. Так я буду делать, еще раз повторюсь, через 2-3 ряда, для того, чтобы у нас не были растянутые петельки между спицами. То есть не растянутые, чтобы были красивые косички, равномерное вязание. Между первой и четвертой спицей я смещение петелек делать не буду, так как мне нужно четко видеть, где у нас начало и конец ряда. Поэтому, связав последнюю спицу, я перехожу на первую уже новой свободной спицей. Я довязала 4 лицевых ряда и снова буду делать второе убавление в начале и в конце ряда. Было 53 петли, мы убавили 2 петли, значит сейчас у нас по кругу 51 петля. И еще мы сделаем 2 убавления для того, чтобы у нас было уже 49 петелек. И так постепенно-постепенно мы будем уменьшать количество петелек в окружности рукава. Итак, связав 4 ряда, мы, получается, уже по счету это 10 ряд. Первое убавление мы сделали в 5 ряду, второе убавление сейчас делаем в 10 ряду и затем в каждом 5 ряду, то есть в 15, в 20, в 25, в 30 и так далее. И вот первые 2 петельки мы вяжем за вторую петлю, вот так вот, 2 вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Затем вяжем полностью все петельки первой спицы, второй, третьей и не довязываем на четвертой спице последние 2 петли ряда. Не довязали в конце 2 петли и не спешите сразу же делать убавление. Сначала мы их снимем не провязанными на правую спицу, а затем поворачиваем, возвращая на левую спицу обратно. И теперь за дальние стеночки вяжем вместе одной лицевой петлей. То есть мы провязали с наклоном влево наше убавление. Все, мы сделали убавление второе, получается, уже
Два раза по два убавления мы сделали. Дальше точно так же продолжаем 4 ряда вязать в пятом убавлении. 4 ряда в пятом убавлении. Мы сделали уже два раза убавления, всего у нас их 9. Поэтому еще самостоятельно вяжем 7 раз по 4 ряда в пятом убавлении. 4 ряда в пятом убавлении. Вот так вот, дойдя до последнего убавления. То есть, смотрите, первое мы сделали убавление в пятом, затем в десятом сделали ряду второе убавление. Затем сделайте самостоятельно в 15, в 20, в 25, 30, 35, 40 и 45 ряду последнее, 9 наше убавление. Делаем в начале ряда убавления и в конце. Делаем не со смещением наши петельки 1 и 4 спицы, для того, чтобы видно было четко, где у нас убавление. А все остальные спицы я постепенно смещаю. И посмотрите, получается такое вот красивое, равномерное, ровное вязание. Я провязала 9 раз по 4 ряда и сделала в каждом пятом ряду убавление. И закончила последним убавлением. Ряд у меня последнего 9 убавления. Если мы посмотрим на нашу схемку, то как раз таки я нахожусь сейчас на вот этом этапе. У меня сейчас длина рукава внутреннего вот этого составила 16 сантиметров. Мне, как вы помните, нужно 19 сантиметров до начала обвязывания рукавчика. Поэтому еще 3 сантиметра я сейчас провяжу просто лицевой гладью, как вязала промежуточные ряды между рядами с убавлениями. Я закончила, как и по схемке, на 35 петельках. Честно говоря, я в начале, когда делала расчеты, сомневалась, что 35, мне казалось это слишком широко. Вот я сейчас на практике вижу, что это мне, скажем так, более хорошая ширина, чем 33. Объясню почему. Потому что я не очень люблю широкий рукавчик и не люблю узкий рукавчик. Если мы остановимся на 33, то мне кажется, что это слишком узко. Сейчас у меня в полуобхвате самой узкой точки порядка 7 сантиметров полуобхват. Вот. То мне этого более чем достаточно. Я сейчас просто прямым полотном провяжу еще 3 сантиметра до тех пор, пока у меня от вот здесь вот от нашей проймочки не достигнет рукавчик длины 19 сантиметров, а затем начну обвязывать рукавчик. То есть смотрите, мы сейчас по спирали продолжаем вязать наши 35 оставшихся петелек еще 3 сантиметра. Вот я провязала до тех пор, пока у меня с внутренней стороны рукавчик не достиг 19 сантиметров. По рядам после последнего убавления у меня вместилось 12 рядочков обычной круговой, скажем, лицевой вязки. И начиная с 13 ряда у меня уже будет первый ряд обвязывания платочной вязкой. То есть сейчас разворачиваем на начало нашего ряда и вяжем первый ряд лицевой, второй ряд изнаночный. Изнаночные ряды по чередованию платочной вязки мы будем просто вязать изнаночными петлями, так как у нас сейчас, посмотрите, скажем, лицевая постоянная сторона. 13 ряд я провяжу лицевыми петлями, 14 изнаночными. Опять лицевой ряд лицевыми петлями, изнаночный ряд изнаночными петлями. Если мы посмотрим на обвязывание каждой нашей части цвета, то посмотрите, у нас получается по 8 рядочков платочной вязки. Точно так же мы будем делать и на рукавчике. Я сейчас провяжу один ряд лицевой, затем изнаночными петельками провяжу изнаночный, так как в поворотных рядах мы просто вязали лицевые петельки. Чтобы был узорчик, нам придется вязать в круговом вязании изнаночными петельками. То есть сейчас первый ряд вяжем просто лицевыми петельками, обычными самыми, как и вязали до этого. Целый ряд. Провязав первый ряд, второй ряд у нас должен быть изнаночный. Но так как мы с лицевой стороны, то просто вяжем целый ряд один изнаночными петельками. Первую спицу, вторую, третью и четвертую. Довязали до конца изнаночный ряд, третий ряд у нас лицевой, поэтому вяжем просто лицевыми петельками по чередованию платочной вязки. Дальше у нас будет четвертый ряд изнаночными петельками, пятый ряд лицевыми петельками, шестой ряд изнаночными петельками и седьмой ряд лицевыми петельками. То есть нам нужно всего провязать платочной вязки 7 рядочков. Восьмым рядом мы будем делать вывязывание, скажем так, ряда и параллельно делать закрытие петелек, как мы делали на каждой из частей юбочек наших.
Довязав седьмой лицевой ряд, посмотрите, у нас должно быть провязано 3 изнаночных ряда в чередовании с лицевыми. И теперь на восьмом ряду мы будем вывязывать изнаночные петли и параллельно их закрывать. Но для начала, перед тем, как вы закроете все петельки, вам нужно посмотреть длину внутреннего рукавчика. Если она уже достаточная вам, то начинаем закрывать петельки. Если же нет, можете связать еще несколько рядочков платочной вязкой. Добавим тем самым еще длину рукавчика. Итак, по чередованию у нас изнаночный ряд, поэтому первую делаем петлю и вторую изнаночными петлями. Затем первую провязанную изнаночную перекидываем на вторую. Затем третью вяжем изнаночной и перекидываем предыдущую петлю на эту провязанную изнаночную. Вам, возможно, сейчас будет тяжеловато, но каждую петлю нам нужно провязать изнаночной и перекинуть предыдущую на последующую провязанную петлю. Вот так. Если вам неудобно, можете использовать крючок. Я знаю, что многие делают закрытие, удобно крючком делать. Но, честно говоря, если мы будем вот так вот делать спицами закрытие петелек, то мне кажется, что вот это как раз-таки тот оптимальный вариант, который мы использовали и на юбочке. То есть вот оно, вывязывание нашей крайней вот здесь вот каемочки в виде изнаночных петель и параллельное закрытие. Точно так же мы делаем и на рукавчиках. Единственное, что мы делаем это не лицевыми петлями, как делали на юбочке, а изнаночными петлями, так как у нас круговое вязание. И вот так вот каждую вывязываем изнаночной и предыдущую одеваем петлю на эту изнаночную. И вот так вот, протягивая, скажем так, каждую предыдущую на последующую провязанную изнаночную, мы сделаем самое простое закрытие петель. Такое закрытие петель у меня также есть в видео моих предыдущих записанных, поэтому я сейчас этому особое внимание не буду уделять, а просто провязывая изнаночной и протяжками закрывая. С внутренней стороны у нас получается такая красивая косичка, с внешней стороны довязан четвертый изнаночный ряд. Вот так я буду закрывать полностью все петельки по окружности. После того, как все петельки закрыты, последнюю петлю я перенесла на крючок для удобства. И делаю также 2 воздушные петли, как до этого делала на закрытии юбочек. Перевытаскиваю ниточку, отрезаю ее и прячу краешек ниточки в нашем вязании рукавчика. То есть для удобства я вытягиваю вот так вот косичку вот с начала ряда. И здесь буду закреплять ниточку и прятать краешек. То есть у нас получился вот такой вот бесшовный край. Соединительный хорошо. Вот здесь вот сделали такой вот, можно сказать, соединительный столбик. Вот. И все, закрепляем хорошо ниточку, прячем. По желанию, конечно, можно же вот такой вот сделать отворотик. Вот, как по мне, то так смотрится кофточка гораздо красивее, но, опять же таки, учтите длину рукавчика. Мне рукавчик как с подвернутым, так и с отвернутым вот здесь вот отворотом, он, в принципе, подходит, так как я делала с небольшим запасиком, вот. То есть можно носить так, затем ребеночек немножечко подрастет, можно и с отвернутым. Как вы видите, он бесшовный. Здесь у нас, поэтому, в принципе, как с изнаночной, так и с лицевой стороны выглядит достаточно аккуратно. Итак, наш рукавчик практически готов. Нам осталось лишь только вдеть вот эту ниточку в иголочку и хорошо, красивенько спрятать вот эту получившуюся дырочку, которая у нас была в начале вязания. Вот они наши линии реглана. И такими тайными стежками, то в одну сторону, то во вторую вводя, я зашью отверстие. Показывать я этого не буду, так как это уже урок не вязания, а шитья. Вот. Но хочу вам сказать, что это делается очень легкими движениями руки. Вдеваем ниточку в иголку. И вот такими стежками, сейчас я удобным для себя образом поверну, и вот такими внутренними, как бы из внутренней стороны захватываете петельки и стягиваете, то есть с одной стороны затянули, затем захватили с другой стороны, затянули. Вот так. Ну, пожалуй, покажу уже, потому что многие часто мне задают
вопросы, как же вы сшиваете. Вот такими обычными стежками я и сшиваю, захватывая то с одной стороны, то с другой стороны вот петельки. И у меня получается, посмотрите, я закрываю, и этого практически не видно. Остаются лишь только регланные вот эти дырочки. Вот, и сшиваю я до самого-самого конца, пока у меня эта дырочка полностью не закроется. Вот так. Посмотрите, как получилось достаточно аккуратно. С изнаночной стороны это выглядит тоже очень аккуратно. Вот наши регланные линии видны только лишь. И все. Вот наш рукавчик готов. Осталось лишь только спрятать наши краешки ниточек. И второй рукавчик мы вяжем аналогично. Переодеваем петельки с булавочки на 4 спицы, по желанию на круговые спицы, и начинаем вязать. Посмотрите, какие аккуратные убавления у нас получились, благодаря тому, что мы поворачивали две последние петли. Они у нас как бы плавно уходили елочкой в вязание, скажем так, линии. И этой линии практически не видно. Как на камеру, так и в жизни ее не видно. Получается как бы такая вот линия изгиба рукавчика. И все, вяжем второй рукавчик, прячем краешки ниточек, там, где у вас были соединительные, возможно, какие-то аспекты, также прячем. И наша кофточка практически готова. Вот так у меня выглядит изнаночная сторона. Хотите, по желанию, вот это отверстие можете также сшить, но я этого трогать не буду. Все достаточно аккуратно выглядит с изнаночной стороны. Посмотрите, у нас нет никаких, скажем, юбочкообразных вот таких вот отворотов. Все достаточно ровно, аккуратно, а главное, бесшовно. Все, рукавчики наши готовы. И теперь пришиваем пуговички абсолютно на свой вкус, на свой, так сказать, размер. Данные петельки подходят для пуговичек порядка до 1,5 сантиметров, то есть где-то 13-15 миллиметров в диаметре. Вот, и все, наша кофточка готова. Теперь украшаем на свой вкус. Возможно, хотите какие-то сделать цветочки по бокам, ленточки. Возможно, это какие-то различные стразинки, бусинки. Вот, можете просто подцепить брошку. В общем, украшайте на свое усмотрение. Я надеюсь, что вам понравилось, было интересно и понятно. Конечно же, не забудьте поставить лайк. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!